Всем привет, добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. В этом видео я покажу вам, как с помощью шоколада, мастики, желания, золотых ручек сделать очень красивый декор для торта. Заказчик скинула мне фотографию торта, который она хочет, и я по фотографии сделала. Естественно, сделала немного по-своему, и покажу вам, как это просто, быстро сделать, а тортик получается очень красивый, нежный и эффектный. Начинаем! Итак, чтобы сделать лотос, я беру доску, припыляю кукурузным крахмалом, раскатываю белую мастику, кстати, у меня тоже все перчатки в крахмале, раскатываю тонким слоем белую мастику. Теперь я просто взяла из бумаги для выпечки, сделала шаблон примерно по форме лотоса. Теперь прикладываем и вырезаем. И чтобы придать реалистичный рельеф, я беру вот такой пластиковый инструмент для мастики и вот такими движениями делаю рельеф. И теперь нам надо правильно высушить. Я взяла большой силиконовый коврик, сложила его, чтобы у меня вот этот край был круглый. Скрутила вот такой валик из фольги и подложила сюда под нужным мне углом. И теперь вот сюда я свои будущие листики раскладываю, чтобы они высохли у меня вот в таком вот изогнутом положении. И таким образом оставляем все на несколько часов, чтобы наши лепесточки высохли и уже хорошо держали форму, чтобы они стали твердыми и не гнулись. Итак, и после того, как лепесточки подсохли, я беру, вырезаю кружочек из мастики и смазываю его пищевым клеем. Пищевой клей я делаю из КМЦ и воды. У меня есть на моем канале видео с рецептом, ссылочку вам оставлю в описании. И теперь мы берем один лепесточек, делаем на край, и на него внахлёст делаем еще два, вот таким образом, с этой стороны и с этой. То есть, смотрите, если на видео было не очень понятно, что мы должны сделать. Значит, у нас должно быть сверху, вот у меня тут 6 лепесточков, и между каждой парой еще один. То есть нам одновременно нужно делать один нижний, два верхних, тут же под этот нижний и так далее. И тогда у нас получится вот такой вот лотос. И если вдруг у вас на какие-то листики клея не хватило, да, когда вы их складывали, просто я вот сейчас брала, поднимала вот эти верхние, туда смазывала клеем, и все, потом все это высохнет и схватится. Я взяла кольцо диаметром 16 сантиметров, у меня торт будет 18, и я еще подержу вот так в кольце, потому что лепесточки сохли у меня сутки где-то, и сейчас вот под тяжестью они чуть-чуть начали разгибаться, поэтому я поместила свой цветочек в это кольцо, чтобы они постояли у меня еще, у меня время есть, и застыли, засохли. И покажу вам, кто же будет у меня в этом цветочке жить. Вот такой вот малышочек в нем будет спать, и в конце этого видео покажу вам, как будет выглядеть тортик. Итак, мой цветочек подсох. Еще смотрите, вот этот внутренний ряд у меня, чтобы он у меня был более под таким острым, так скажем, углом, я вставила еще под каждый лепесточек вот так вот свернутую фольгу. И у меня внутренний ряд, он получился у меня меньшего диаметра за счет этого.
Итак, и теперь нам нужно сделать лепестки. Торт я делаю по фото заказчика. Там были такие лепесточки, их я и делаю. Хотя у лотоса они, конечно же, другой формы. Но, значит, я вырезала из мастики. Для этого цвета я смешала оливковый и зеленый. Затем вырезала произвольной формы без трафарета. Положила на вот такой вот мат для моделирования. Здесь у меня не грязь, это пыльца, если что. И теперь нам нужно придать ему более реалистичную форму. Для этого я беру вот такой вот шарик металлический и по краям делаю тоньше наш лепесточек. И теперь я беру цветочную пыльцу, цвет у меня зеленая трава, и прохожусь вот так по таким участкам, которые мы можем выделить, и это придаст объем. В данном случае по вот этим прожилкам. Если пыльцы нет, можете взять сухой краситель, но пыльца лучше, потому что она ложится более тонким слоем. И вот такие вот у меня получились листочки. На мой взгляд, достаточно реалистичные. Ну что ж, тортик у меня выровнен ганашем на белом шоколаде. Пропорции 2 к 1. Это 300 грамм шоколада у меня было и 150 грамм сливочного масла комнатной температуры. Тортик диаметром у меня 18 сантиметров. Вот что у меня получилось. Заказчик хотел, чтобы лепестки свисали. Приклеивала я все на этот же ганаш, бусинки, листики. Придала им чуть-чуть объем, изгиб. И теперь, конечно же, посадим в цветочек главного героя. Пупсика я прикрепила также на ганаш. Посмотрите, просто нежнейший тортик получился. На самом деле я очень довольна результатом. Очень хочу, чтобы и заказчику тоже понравилось. А я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Большое спасибо за то, что провели со мной эти минуты. Пока!